Ну что, всем привет из Амстердама, Схипхол, аэропорт. Лечу в Киев, Украину. Вот только что прошла Дуану. У нас начались каникулы майские. Народу полно. Вот здесь можно видеть, какой, во сколько, откуда отправляется номер рейса. И вот там вот проходила Дуану. Теперь никому вы паспорт не даете, а просто ложите его, сканируют, вы смотрите, вас сканируют и проходите дальше. Сейчас спущусь вниз. Вот здесь такое кафе. Пахнет очень вкусно. Сейчас рано, 7:30 утра. Вот здесь такой House of Tulips. Видите, продают живые тюльпаны, луковицы или нет, сувенирчики, а там вот сыр. Ну, вот я здесь буду спускаться. Здесь вот тоже есть туалеты, что там Макдональдс, а там вот тоже бред. И буду идти потихонечку к своему гейту. Здесь берут в Макдональдсе люди что-то. Виктория Секрет магазинчики. Но я Макдональдс не хочу. Смотрите, там продают хлебушки, соки, сыры. Конечно, здесь все намного дороже, чем можно купить в обычном супермаркете. Я буду сейчас вот сюда спускаться. Там стоят China Airlines, китайские самолеты. У меня гейт D14, это в принципе недалеко. D вот туда. Очень-очень много людей. Везде очень большие очереди. Но, слава богу, можно все сейчас через интернет инчекан. И багажа у меня нет, у меня только ручная кладь. Хотя внушительная. Ну, можно до 12 килограмм, а багажа даже нельзя было брать с собой. Сейчас это очень-очень ограничено. Ну что, пойду вниз, потому что аэропорт очень большой, конечно. Ну, хочется заглянуть в магазинчики, может быть, возьму вас с собой.